Канадский город победил бездомность. С новой социальной программой у каждого 60 тысяч жителей города появилась крыша над головой. Новая социальная программа обеспечивает жильем каждого, кто провел 10 дней на улице или в приюте для бездомных. Эту же программу использовали власти штата Юта, которым удалось сократить число бездомных на 91% за 10 лет. Приютить бездомного обходится городу в 20 тысяч долларов в год, но оставить его на улице выходит дороже, примерно на 80 тысяч долларов. С тех пор, как власти стали легализовать программу помощи, на улицах города стало значительно спокойнее.